В завершении выпуска новости спорта. В первом туре казахстанской премьер-лиги футболисты «Кызылжары», к сожалению, потерпели фиаско и уступили действующему чемпиону первенства столичной «Астане». Встреча состоялась в Нур-Султане 7 марта. Команды играли на заснеженном поле, однако погодные условия не помешали показать достойную игру. В первом тайме петропавловцы сдерживали натиск хозяев, сумели сохранить ничейный счет 0-0. Чего нельзя сказать о второй 45-минутке. Здесь столичные футболисты показали отличную игру. Они забили нашим ребятам 4 мяча. Кызылжарцы держались достойно, но это им не помогло. Итоговый результат 4-0 в пользу Астаны. Для них эта победа стала еще и самой крупной в истории противостояния двух команд. Следующую игру спортсмены проведут 14 марта в городе Павлодаре с местной командой «Иртыш».